не представляете. Если не уедете, мы вас на обратном пути победим. Отлично. Договорились. Тогда мы спать ложимся. Где-то он, девчонок, на коленках. Без проблем. С кем мы только не ехали. А вы откуда? С Беларуси. Да, ну что? Ну, я же говорю, что с тобой мы приехали. Вот. Приехали, вот сегодня у нас 35-й день нашего путешествия, да? Или 36-й, я уже... Ну, какое сегодня число вообще? Пятое сегодня. Пятое. Пятое? Много кому вообще благодарность, по сути. Много кому благодарны, потому что много нас кто-то возил. Кого-то не запомнили, да, кто-то там с кем-то даже не успели пообщаться, километров 20 кто-то подвозил. Но каждый километр — это копеечка в наше путешествие, в наш путь. И мы благодарны тем людям, которые, да, нас подвозили. Не, серьезно благодарны. Очень, да, благодарны. Если бы не вы, мы сюда не доехали. Не доехали. Проезжаем город Хромтау. Дальше едем. Флаг дать? Yeah. Доброе утро всем, друзья. Вот и закончилась ночь в Астане. Мы погуляли по городу. Поедем сегодня в сторону Караганды. Озеро посреди парка. Сейчас можно искупаться в нем, наверное. Ребята, мы в парке. Сейчас поедим и пойдем.
Короче, мы взяли за правило в каждом городе уже. Вот после остальных вот будем в каждом фонтане купаться. Собачье мясо. Блюдо называется кихья. Занимаемся спортом. Тренируем теперь Байкал. И все крутили на Байкал собрали. На Байкал. В Караганде только. Опять, мы, короче, ребята, опять в Караганде. Давайте. Хотя один раз получится, пока не едет. Че-то собака, то вообще. Всем привет, друзья. В общем, мы застряли на один день в Караганде. Потому что у нашего дальнобойщика не придется вывести за город, и мы завтра с утра выезжаем в сторону